Так, это союзники мои. Нарезки. О, смотрите. Профессиональный боец реалистичного режима пробирается в засаду. Сейчас будем брать замок. Так. Да, сейчас захватим его. Чик. Смотрите, я левитирую. Привет, друзья! Хочу всем выразить свою огромную благодарность. Теперь нас на Ютубе 10 тысяч. Это первое значимое достижение, как за последние 7 лет. Вы видите на видео, мы забирались на гору Айпетри, и оттуда открывается поразительный вид, все совсем по-другому. Ну, неописуемые ощущения, и примерно такие же ощущения я испытал, когда число стало пятизначным. Так что, друзья, я приготовил для вас подарок. Только я не знаю, как бы это сделать правильно. Наверное, пишите в комментариях, что бы вам хотелось видеть. Может, какие-то игры, может, какой-то контент, идеи и прочие штуки, все, что вам придет в голову. Я выберу потом при помощи программы, чтобы было честно, и вручу приз победителю. Огромное вам спасибо, друзья, за вашу поддержку, за колоссальную поддержку в развитии. Совсем недавно у меня даже нормального компьютера не было, то теперь у меня есть все инструменты для работы и, самое главное, для восстановления. Поэтому я обещаю, что уже к следующему году нас будет 100 тысяч. Это видео из Крыма, когда 20 сентября у меня было день рождения, 30 лет, и в сентябре было вот так совпало, что было 7000 подписчиков, и мы с семьей, с братом выбрались, с мамой, с папой выбрались в Крым за долгое время из этого военного Донецка, и это было очень круто. А в завершение самый, наверное, распространенный вопрос: Макс, почему ты на коляске? Я когда-то занимался спортом, серьезным очень, можете посмотреть, у меня были фотки ВКонтакте. Ну, случилось так, несчастный случай, упал с высоты, и теперь долгий путь реабилитации и восстановления проходит. Но это никак не повлияло, я такой же человек и ненавижу, когда начинают какую-то там жалость, или что жалость — это вообще обратная сторона презрения. Так что банальная травма позвоночника, которая со временем, я надеюсь, я поборю все это дело. И ждите в скором будущем, скорее всего в Москве или в Питере, мы там встретимся, я так думаю.